Меня зовут Скарлетт Марлоу. Я учусь на факультете археологии. Тут на глубине 100 метров тайная камера. Возможно, она хранит недостающее звено истории. Как нам туда спуститься? По катакомбам. У нас под ногами более 300 километров туннелей. Там захоронено 6 миллионов человек. Город мертвых начинается здесь. Нам сюда? Я застрял! Успокойся! Дыши! Что это было? И как нам теперь быть? Мы не сможем вернуться. Нужно идти вперед. Мы что, ходим по кругу? То же самое место. Нет, все словно перевернуто. Здесь же был выход. Подожди, я что-то нашла. Что за черт? В детстве у меня было такое же пианино. Я неплохо играл, но клавиша ля западала. Не может быть. Сможешь прочесть? Такая же надпись на вратах ада. И вползут они на животах своих в царство тьмы. Слышали? Господи! Кто здесь? Прошлое. Что происходит? Отец. Настигнет вас. Бежим скорее! Я не виноват. Это не я. Париж. Город мертвых.